Марсик, иди сюда. Марсюнчик, пойдешь кататься? Поедешь кататься, Марсик? Мы решили с Викторией тебя сегодня прокатить, потому что целый месяц ты не катался. Ну что ты? Поедешь? Что ты меня нюхаешь? Марсюнчик, ты поедешь кататься на машине? Ну, кивни головой. Да, ну да, вроде бы как. Ну, собирайся, сейчас поедем. Покатаем тебя, поедем в Кропоткин, в Гипер. В общем, сделаем тебе маленький подарочек за то, что ты оставался за хозяина здесь, за старшего, за главного. Пошли, все, выходи. Выходи, поедем кататься. Давай. Деловой такой, морду-то состряпал, такой прям неприступный, важный такой, прям не Марсик, а прям целый Марс. Ну, что там тебе? Собак видишь? Что? Сейчас. Держись. Ну красный. Я ж торможу. Марсионик. Ты ему открыл или он сам открыл? Он сам. Закрывай. Смотри, вылезет. Закрывай. Да пусть. Марсик. Вот деловая колбаса. Вот. Да. Обиделся. Обиделся. Ну и что это мы? Ой-ой-ой. О, видней стало. Марсик, у тебя же права есть. Когда ты уже нас будешь возить? Выучился же. И уже ездил 3 раза. За рулем. А как нас покатать, так не допросишься, блин. Ему, конечно, так хорошо, когда его катают, он в окошко смотрит. Барин такой. А нас бы уже старичков покатал бы. Кряхтит там что-то, соображает. Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. А это Марсик. Марсюнчик, ну, человечеству сделай знак. Марсик! Завалился, сделал знак. Ты ж когда завалишься, меня-то не цепляйся когтями. Поцарапал он руку. Чё ты делаешь? Где ты там есть? Иди сюда. Марсик, где ты там? Иди сюда, поздоровайся с человечеством. Полез к окну. Марсиончик. Ну, иди. Так тебе не видно. Марсик, когда на машине такой серьезный, к нему на коне не подъедешь. Важный такой, в окно пялится.
Где он там? Вон он. В общем, прям важнее, чем я. Ты проверь, идет время? Да. Идет время? Mm-hmm. Вот давай сюда его, проходим. Угу. Кто из вас грохнулся? Марсик, ты скажи, хозяин, не дрова везешь? Да вы охренели, блин. Марсик, ну я что ты? Башку расшибу. Пристегни его ремнем. А вот. Мне чем пристегнуться? Ну лежачие полицейские, что я могу сделать? Понаделали их. Ух. Давай. Пристегивай. Надо ему пошить ремень безопасности. Вон что-то у меня там под глазами заел. Снимаем. Я всех убираю. Что там в глазах? Знаем, как не ради. На, прям. Протри. Протер бы? Ну, сейчас приедем. Да я тяну. Рули. Я рулю. Марсик, ну вот ответь мне, почему? Вот ты бульдог, Жорик бульдог. Ну ты без ума от машины. А Жорик равнодушный. Марсенчик, ну иди расскажи, Марсик. Даже не смотрит в мою сторону. Он туда наблюдает, в окна. Весь внимание, все. Он что-то понимает. Хотел бы я вот залезть ему в голову и посмотреть, что там у него, что он думает, о чем он думает. Машина для него это все. Он даже от еды может отказаться в пользу того, чтобы покататься. Вот он сидит, не сидит, он стоит, смотрит в окно, наблюдает, похрюкивает, повизгивает, реагирует на что-то. Марсион. И когда я к нему обращаюсь, он даже меня... Я для него пустое место. Все, он в машине. Марсик и машина. Марсик. Прости меня от имени человечества за то, что вот так люди поступают. Вот видите, площадка для инвалидов. Сюда паркуются явно не инвалиды, на посаженных приорах. Вот, на таких вот джипах. Залетает, сразу занимает два места. Вот они инвалиды, видите, вон они. Вот эта тетенька инвалидка, вон дядечка инвалид. Явно, конечно, это не инвалиды. Если ты будешь в следующей жизни... Марсик, слышишь меня, Марсенчик? Если в следующей жизни ты будешь человеком, то, пожалуйста, будь человеком. Не становись никогда на инвалидные места. Я понимаю, что тебе очень нравится сидеть в машине. Ты любишь машины. Но, Марсик, я тебя заклинаю. Вот, не будь вот таким человеком, как эти. Вот явно же видно, что стоянка для инвалидов. Зачем вы сюда заезжаете? Обещаешь мне, Марсенчик, обещаешь, что будучи человеком, ты не будешь этого делать, а, Марсик? Сейчас, как мне тебя увидеть? Марсенчик, что мне включить, чтобы ты появился? А? О, Марсик. Вот, все. Марсюник. Ну иди, пожалуйста. Успокой меня. Иди сюда. Иди, Марсик. Иди и скажи, пожалуйста, что ты не будешь так поступать, как эти дяди. А вон наша хозяечка идет.
Видишь, вон она чешет, накупила чего-то там, несет нам покушать. Он в окошко выглядывает, а тетечка, ой, какой симпатичный песик. Такая мордочка смешная. А я говорю, это... А я ей говорю, это наш Марсик. Надо было ей сказать, смотрите канал Александр Док, и там вы увидите нашего Марсика. Там 300 видео про него. Ну, может, меньше чуть-чуть. Ну что, поехали? Да. Давай. Вон они, инвалиды, стоим пока. Видишь, он один подъехал, второй, третий. И вот такие вот рожи выходят. Ну, разве здоровый человек так не фартуется? Ну да, еще и сразу два места занял. Вот Марсик сказал, что когда он будет в следующей жизни... Вот еще, глянь, один едет. Смотри, пузырек какой. Бам, родной, сейчас выйдет. 30... И все номера ж крутые, они же думают, на крутые. Смотри, какой инвалид выйдет сейчас. Так вот он, Марсик, сказал, что когда я буду в следующей жизни человеком, я никогда не буду так поступать. Вот они, выходит инвалид. Видишь, и вот дети у него инвалид. Смотри, какой инвалид. И самое интересное, что они занимают самые ближние места к магазину, к гиперу. А инвалид прись вот сюда, в самый конец. Вот они, инвалиды. Посмотри, пошли, гляди. Посмотри, какие. Мне радует, что у нас такие инвалиды. Хорошо хоть такие, видишь, какие крепыши. А то мне говорили, что инвалиды, это в колясках. Такие, на костылях. Нет, оказывается, мне врали. Всем нам врали. И вот тут дядечка вышел тоже такой же. Ну что, ладно, поехали. Марсюнчик, ну что, вперед. Он так этого ждет. Сейчас закрываем окна и поехали. Марсик, ну что ты, довольный? Месяц уже не катали его. Это ж мы ездили в Бетту, потом поехали в Тулу. И все эти дни он, бедненький, страдал, охранял дом. А сегодня мы в благодарность за то, что он охранял дом, отгонял непрошенных гостей. Марсюнчик, куда ты ко мне? Мы его решили покатать ночью. Правда, он увидел безобразие, которое творятся у нас на дорогах. Ну, я имею в виду на парковках. Ну, Марсик пообещал, что, конечно, будучи человеком, такого не будет делать. Он довольный. Вот, подъезжаем к дому. Ездили в Кропоткин. Закупили продуктов. Что бы мы делали без Марсика, да? Марсик наш первый помощник. Он всегда в первых рядах. Идти в огород — Марсик. Ехать в магазин — Марсик. Снимать видео — Марсик. Да, Марсик? Везде Марсик. Марсик — звезда. Что такое? О, ворота. Марсюник. Ну, расскажешь, где мы были. Жорику расскажешь. Лирику расскажешь. Что такое ворота? Не открываются. Пошли открываться. Вот они. Наши ворота. Заезжаем в дом. Вон он, Жорик, сидит. Ждет. Жорик вот не страдалец. Мне же больно. Ну, истоптал он тебя все. Ой. Ну, я представляю, когтями. По голым ногам. Жорик. Привет. Лирик, привет. Приехали. Вылазим. Что такое? Подожди. Марсюнчик, ну что, доволен ты ночной поездкой? Вот ты прибежал
Лирику рассказать. А куда Лирик делся? Лирик! Ну, привет! Лирок! Лирок! Ну, я тебя гладить не буду, просто буду называть тебя ласково. Лирик, Лирик! Видишь, Марсика мы покатали. Ты когда маленький был, любил кататься на тачках, он любил кататься. А его. Кто меня укусить хотел? На скутерах его катали. Ну, ты, правда, еще тот жучара, Лирок. Ты еще на уме, у тебя никто не знает, что у тебя на уме. Ты и тяпнуть можешь, ты и такой. Собачка не особо тебе. И погладить даже боишься иной раз. Ну, ничего, так-то ты скромняга. И один наш подписчик сказал, что ты рыцарь печального образа. Такой скромный рыцарь печального образа. Образа. Да.